Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Экономь с нами». Сегодня предлагаем посетить магазин Fix Price, который находится в северо-западном районе города Чебоксары. Московский проспект, 38, это остановка Афанасьева, здание магазина «Магнит», второй этаж. А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», Fix Price, «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик» и «Литуаль». Поэтому с нами будет интересно. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей и знакомых. А сейчас будем знакомиться с новинками из магазина Fix Price. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. За 77 рублей появилась в продаже новая расческа. Она изготовлена из ABS пластика, полипропилена и смолы. Она вот такая двухсторонняя. Два вида зубчиков. И есть разные цвета. За 50 рублей вот такие красивенькие заколочки для волос. Две штучки. И представлены в трех цветах. Сиреневый, желтый и голубой. Вот такой набор за 55 рублей. Заколка для волос. Здесь две заколочки и одна заколочка с бантиком. Есть голубой цвет. Еще есть красный и коричневый цвет. Вот такой держатель для специй. 8 ячеек здесь. Цена 149 рублей. Универсальная форма отставки позволит ей занять место даже на маленькой полке или в небольшом ящике. Изготовлена из полипропилена и термопластичной резины. Есть в белом цвете, в черном и в сером. Три варианта цветов. И вот варианты применения. И еще один вариант. Из этой же серии товар. Это лото-вкладыш для столовых приборов. Цена 199 рублей. Изготовлен по такому же принципу, как предыдущая подставка для специй. Вот так применяется. Эти лотки ранее были в продаже, но сейчас вот снова их подвезли. И на этот раз они в бежевом цвете и есть молочный цвет. Снова поступили в продажу раздвижные полки для холодильника. И цена всего лишь 55 рублей. Цена меня очень радует. Вот за эти крепления полка крепится к холодильнику, к полке холодильника. Представлены в нескольких цветах. Есть коралловый цвет, есть бирюзовый цвет, розовый и белый. За 299 рублей простыня на резинке. Она изготовлена в Кабардино-Балкарии. Но я разочаровалась. Состав здесь 100% полиэстер. Вот здесь написано полисатин. А сбоку, если посмотреть, то я нашла надпись, что 100% полиэстер. Размер 140 на 200 на 20 сантиметров. И есть разные цвета. Есть вот такая расцветка. Есть вот такая расцветка. Есть голубая. И есть голубая с желтым. Есть вот такая простыня полутораспальная. 214 на 150 сантиметров. За 249 рублей. И, кстати, тоже 100% полиэстер, к сожалению. И изготовитель Ивановская область. Расцветки есть разные. И подобные пододеяльники по цене 299 рублей. Такие расцветки. Из этой же серии есть разноцветные наволочки. Всякие разные варианты. Цены 50 на 70 сантиметров 99 рублей и 70 на 70 сантиметров 149 рублей. Но это тоже 100% полиэстер, к сожалению. Друзья, в прошлом выпуске я показывала вот эти подносы. Они с антискользящим покрытием, вот эти зеленые пупушки. С обратной стороны тоже есть антискользящее покрытие. Они пластиковые. Вот две ручки по бокам. Размер 39 на 31 сантиметр. Мне кажется, я говорила 249 рублей цену, а сейчас вижу, что цена 149 рублей. Цвета есть разные. Зеленый, фиолетовый, коралловый и еще видела голубой. Вот. Вот это, по-моему, новиночка появилась. Тарелка 1,6 литра. Изготовлена она из стекла. Цена 199 рублей. Такая большая, огромная тарелка. Мне кажется, что можно ее использовать как фруктовницу, например. За 199 рублей поступили в продажу новые разъемные формы для выпечки. Изготовлены они в Белоруссии. Диаметр 22 сантиметра, высота 7 сантиметров. К сожалению, не нашла состав. Представлен только в бежевом цвете в этом магазине. Появилась в продаже соломка Настена Сластена. Соломка с солью 250 грамм за 27 рублей 50 копеек. Дрожжи кремовые Зоу-Зоу 200 грамм.
цена по карте 47 рублей, без карты цена 55 рублей. Две дрожжи упакованы в отдельную индивидуальную упаковочку. Детки любят такие конфетки. Подобные конфеты есть, называется Савалан, Turkish Савалан. Но произведены они в Ставропольском крае. Эти конфетки жевательные, с кокосом. Тоже по две штучки упакованы в индивидуальную упаковку. 55 рублей за 350 грамм. Конфеты жевательные с начинкой. Фрузи до 300 грамм в упаковке. И вот такая цена. Обратите внимание, вверху цена без карты, а внизу подешевле цена по карте. Сырный продукт. Сыр кач копченый 80 грамм за 50 рублей. Возможно, сейчас к школе будет актуален вот такой товар. Печенье солодыч 100 грамм за 10 рублей. Печенье сдобное, топленое молоко 160 грамм. Цена вот такая. Печенье с какао начинкой, шоколадный брауни трио от фабрики Акон за 65 грамм. 13 рублей 70 копеек. Есть брауни, есть со вкусом пломбира. Круассан чипи-као с кремом какао за 60 грамм 27 рублей. Печенье супер-контик со сгущенным молоком 50 грамм за 11 рублей. И вот эти печеньки я ранее показывала как-то, но сейчас хочу напомнить, потому что, мне кажется, как раз для деток в школу. Печенье «Завтрак на отлично». В упаковке 10 маленьких упаковочек, общий вес 320 грамм, цена 55 рублей. Это печенье сахарное, торт порционный, бисквитный, мамис кейк. Это пирожное бисквитное в этом случае, со вкусом яблочный пирог, 55 рублей за 225 грамм. Зефир кремовый, 130 грамм в баночке, с ложечкой, 55 рублей. Всегда в продаже есть пирожное Тимми от фабрики Конти. 10 штук в наборе. Обычно были с клубникой и сливками, а в этот раз только сливочный вкус. За 300 грамм 77 рублей. Как всегда в продаже чай Тесс черный с чабрецом и цедрой лимона. За 100 пакетиков 149 рублей. Чай Липтон традиционный 100 пакетиков за 99 рублей. В Мэйке, по-моему, такая же цена. Ну и как всегда в этом магазине чай в пакетиках в пирамиде. Пирамидках Тесс и Кертис по 55 рублей за 20 пакетиков. Ассортимент огромный. Появились в продаже корзины для белья. Вот так она выглядит в разобранном виде. А в собранном виде выглядит она вот так. И размер 35 на 43 сантиметра. Состав полиэстер. То есть она тканевая на ощупь. Как, знаете, такой тоненький хлопок. Она тканевая. Это полиэстер. И нержавеющая сталь. Это каркас. И молния, на крышке идет молния. Есть разные цвета, можно выбрать по желанию. Яркие, конечно, красивые. Вновь появились чехлы на стул. Цена 199 рублей. Примерно так выглядеть будет этот чехол. Состав полиэстер и спандекс. И я нашла два цвета. Есть цвет венги темно-коричневый и есть вот такой бежевый цвет. Появились в продаже новые сланцы. Женские, изготовлены они из эва в Тульской области. Цена 299 рублей. Есть вот с двумя лямочками и есть с одной лямочкой. Цвета только голубой и сиреневый. За 249 рублей от того же производителя вот такая обувь. Написано домашняя. Сланцы, скажем так. Тоже заготовленный из эва, вот так вот пяточка регулируется. Есть голубой цвет, есть синий цвет, есть зеленый цвет. За 149 рублей колготки детские, изготовлены они в Китае. Состав хороший, 98% хлопок и 2% полиуретан. Есть различные расцветки и размеры тоже разные. Есть и на 3 года, и на 4, и на 5. Расцветки разные. Смотрите. Там большой выбор. Есть даже белые. Вот такие. Вот эти силиконовые пеналы я вам уже не раз показывала. Они оставались только в таких, знаете, бледненьких расцветках, вот таких. А сейчас появились снова такие яркие расцветки. Видимо, еще подвезли. Цена 199 рублей. Пенал на молнии силиконовый. Посмотрите, какая красота.
Посмотрим, что здесь еще есть нового к школе. Может быть, что-то найду. За 55 рублей ластик-точилка. Есть разные цвета. Посмотрите, какую красоту я нашла. Это набор цветных гелевых ручек. Здесь 30 разных ручек. Есть и с блестками, и без блесток. Всякие разные цвета. Цена 249 рублей. В наборе 12 блестящих гелевых ручек, 10 неоновых гелевых ручек и 8 гелевых ручек с эффектом металлик. Боже, мне кажется, это мечта любой девочки. За 249 рублей набор цветных карандашей. Здесь в наборе есть 2 серебряных и 2 золотых карандаша. 32 карандаша в наборе. Также за 249 рублей набор универсальных фломастеров. В наборе 26 фломастеров. 12 штук с наконечником в форме кисти и 12 со стандартным наконечником. Вот еще интересную новиночку я нашла. Это многоразовая водная раскраска. Цена 149 рублей. 10 страниц у этой раскраски. Причем плотная обложка. Прям такой плотный картон на спиральке. В комплект входит фломастер. Вот он фломастер. Это фломастер-кисть причем. С контейнером для воды. То есть блокнот с раскрасками. И фломастер-кисть. Нужно намочить кисть. И картинка оживет. Есть варианты для мальчиков и для девочек. Всякие-всякие разные варианты. Вот это варианты для мальчиков здесь показаны. А вот здесь варианты для девочек. Для самых маленьких деток за 149 рублей есть в продаже книжка для купания музыкальная. Ее можно раскрашивать водой. Для деток возрастом 0+, то есть практически от рождения. Книжечка пищит при нажимании. Мягкие очень странички. Здесь буквально 4 странички. И есть разные варианты, даже космос для таких маленьких деток. Есть вариант деревни, есть игрушки. Ой, много-много разных вариантов. Есть фрукты, ягоды. Айда, груша, что за диво. И румяные, красивые. Ой, очень красивые. Вот, видимо, подвезли новые. Завоз был, пополнили ассортимент, потому что раньше был ассортимент поменьше этих книжечек. Продолжается серия органайзеров для косметики и аксессуаров с деревянными крышками. Напомню цены, кто пропустил выпуски. Органайзер для косметики вот такой, квадратный. Здесь пластик прозрачный и крышка из натурального бамбука. Цена 149 рублей. Вот этот органайзер я тоже вам показывала для косметики и аксессуаров. 249 рублей. Из этой же серии вот такой круглый органайзер для ватных палочек и ватных дисков за 199 рублей. И вот новиночка долгожданная появилась. Органайзер для косметики и аксессуаров. Цена 249 рублей. Изготовлен также из полистирола. Вот этот прозрачный пластик и бамбуковая крышка из натурального дерева. И вот так вот можно применять. Также хочу напомнить, что в этом магазине, в отличие от других, есть еще почти в полном ассортименте вот эти деревянные аксессуары по уходу за телом. Вот, например, вот эта щетка для сухого массажа. Длинная щетка 249 рублей. Здесь дерево и здесь натуральная щетина. Также есть щетка для педикюра, щетка и пемза 149 рублей. Вот такая щетка для сухого массажа лица 99 рублей. Щетка вот такая для массажа. Она одевается на руку, вот на эту лямку. Тоже деревянная она. И здесь натуральная щетина, она стоит 199 рублей. От этого производителя из этой же серии есть парочка массажеров. Вот этот маленький массажер, он небольшой, 149 рублей. Ролики здесь вращаются, они прорезиненные, с вот этими прорезиненными пупырышками. Есть большой ролик, здесь пластиковые вот такие ролики. Вот такой массажер большой, он стоит 149 рублей, тоже деревянные ручки. От этого же производителя из этой же серии. От этого же производителя почти всегда в продаже есть вот такая терка для стоп, она называется. Цена по карте 127 рублей, без карты 149 рублей. Вот новиночка интересная, шапочка косметическая. Вот я растяну, чтобы было видно, видите, получается как зайчик. С ушками. Хорошенькая шапочка. 149 рублей. Состав полиэстер, нейлон и резина. Есть сиреневый цвет и есть вот такой бледно-розовый цвет. За 77 рублей поступили в продажу новые фонарики. Это светодиодный фонарь. Удобный и легкий в использовании. Он миниатюрный, очень маленький.
Два режима свечения у него работает от одной батарейки стандарта 2А. В комплект она не входит. 6 светодиодов у этого фонарика. Изготовлен из полипропилена, полистирола и АБС пластика. Вот здесь на корпусе кнопочка включения-выключения. И за те же 77 рублей вот такой фонарик светодиодный. Он еще меньше по размеру. 9,5 сантиметров всего лишь его длина. 9 LED-светильников. Работает от 3 батареек стандарта 3А. В комплект они не входят. Есть красный цвет и есть зеленый цвет. За 149 рублей шапочки для плавания. Размер 52-54. Легко надевается и хорошо фиксируется. Изготовлены из силикона. Вот такие шапочки. Они идут, видите, в таких футлярах. На зип-замочке. Покажу, какие есть расцветки. Есть вот такая. Есть вот такая. Разные, я даже все показать, конечно, не смогу, это просто нереально. Нужно приходить самим выбирать. Хорошенькие, прям красивенькие. В принципе, основные вроде бы я показала. Вот еще желтенькая. Ой, какая хорошенькая. Прям яркие такие красивые есть. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазина Fix Price, я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Экономь с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока!